Привет, интернет! Свое новое обзорное видео для любителей спорта в Воронеже хочу посвятить детям. Огромная теплая разноцветная песочница явно приходится им по вкусу, а молодая красивая девушка-тренер показывает ребятам основные приемы волейбола. У ребят столько эмоций, я сама просто обожаю пляжный волейбол именно за эмоции, которые дает мне этот спорт. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте. Детский тренер. Вы сегодня провели тренировку с детками. Какого возраста детки? Сегодня на тренировке было две группы. Это первая группа. Дети 10, старше 10 лет и группа младше 10 лет. Давай покажем, как на ручке песок прилипает. Мне дядя Руслан сказал, что этот песок из Африки. Этот песок из Африки? Да. Обалденно! Ну или из Турции. Я в Турции. Ксения, расскажите немного про вашу практику спортивную и также тренерскую. Мое знакомство со спортом началось примерно с 10 лет. Я пошла заниматься в школу Олимпийского резерва в городе Челябинск. У меня имеется разряд КМС по волейболу. Опыт работы у меня с 2018 года, тренерской деятельности. И я начала работать недавно, мне очень нравится получать от них энергию, давать ее им. У нас как такой взаимообмен происходит. Я являюсь инструктором по физической культуре с детьми с ОВЗ. Они тоже хорошенькие, я по некоторым даже не могу. И не скажешь, сказать, да? Ваш ребенок через весь год среди этих малышей. Скажите, а вы давно ходите уже сюда? Нет, мы пришли первый раз на пробное занятие. Как думаете, ребенку нравится здесь? Я думаю, очень. Хочется, чтобы они любили волейбол, пляжный волейбол и, в принципе, занимались. И вместо того, чтобы сидеть за компьютером дома, детишки могут приходить, общаться, играть, валяться в песке и кайфовать. Уже с какого возраста? С 4 лет уже? Трех. Да, у нас 3 группы хотим делать. Младшие, средние, старшие. Обалденно. Желаю вам успехов в вашем тренерском деле. Спасибо. Ждем всех на песочных кортах. А самый кайф заключается в том, что тренировки можно проводить параллельно со своими детьми. Слушай, я на самом деле вообще в восторге идеи, самой идеи, что в Воронеже открылся вот такой центр пляжных видов спорта. Я когда узнала, думаю, что первым делом нужно прийти сначала самой, но ребенок мой меня опередил. Говорит, что пойду я. Я говорю, с удовольствием, все. Поэтому мы сходили на первую тренировку, ей очень понравился тренер, ей очень понравилась атмосфера, обстановка здесь. Поэтому мы вот еще взяли племянников, теперь будем всей семьей ездить сюда. Банда целая здесь. Да,